Итак, всех приветствую на канале. Сегодня TapTap Universe. И вам кое-что покажу. Значит, тут небольшие произошли изменения в плане развития. Я наконец-то выкачал всех персонажей до 300 уровня. До 300. И, соответственно, покажу вам, как осуществляется прокачка дальше. Плюс пробьем сегодня новую. Ну, не новую, а локацию одну интересную. Вот, так что устраивайтесь поудобнее. Дали приятную награду. Daily Gifts. Плюс я сейчас получил буквально на днях новый уровень VIP, 10. Небольшие тут процентные по золоту прибавки идут. И, соответственно, дальше продвигаюсь по локациям. Это тоже не оставлено без внимания. Собственно, смотрите, я, значит, качнул до 300 уровня, но уже чуть выше, 303 уровень. И у меня все персонажи, которые стоят в кристалле, так называемом. Ну, кристаллом я называю вот этот Nexus. Да, они у меня все здесь 303 уровня стали. Ну, большинство. Те персонажи, которые возможны для такого уровня. Есть, конечно, кто 180. Кто еще не вкачан до определенных рангов. Значит, чтобы прокачивать дальше, нужно чуть-чуть железа. Не так много, не по 30 тысяч, не по 25, а всего лишь тут 3200. Ну, вот видите сами. Собственно, что мы будем сегодня здесь делать? Сейчас мы прикупим чутка железа и пойдем в башню потом. Ну, выполним задание. Не знаю, почему я это железом называю. Ну, по привычке, наверное. Вот. Ну и, соответственно, сейчас самое интересное будет. Так, 1400. То есть мы сейчас пойдем бить башню. Сейчас я тут подзапутался, сейчас подсоберем чуть-чуть. Грузанем. Так сказать. Вот. В принципе, не так сложно. Не так сложно. Пока вот это все собрал. Погнали в башню. Проколотим, я думаю. Ну что, тут особо-то смотреть нечего. Все это спокойно так. Пробивается. Ну давайте тут добьем тогда сейчас в плане прокачки. Покажу вам. Ну, сейчас буквально в паузе я уже бахнул. Вот. Смотрите, сейчас я вам продемонстрирую, как это все происходит. Институт. Короче, нажимаем Infuse Power. Нажали. И вот, готово. Так вот достигается у нас следующий уровень. Вот, собственно, такие вот дела. Ну и дальше мы можем вот стопроцентно, вы видите, сколько стоимость поднимать. И так до бесконечности. Максимально я пока что видел где-то 374 уровень. Вот. Так. Ну и таким образом мы докачиваем до максимальных уровней.
Что вам еще здесь показать? Ну, я сразу говорю, что видео у нас сегодня небольшое, чисто такое обзорное, потому что достиг определенных катерангов. Ну и решил вам это продемонстрировать. Здесь у меня пока что один только 50 уровень. Больше нету. Ну и потихоньку собираем. Кстати, то, что касается вот здесь горы, да, здесь у меня 353 уровень. Потихоньку сражаемся, двигаемся. Ну, туго идет, сразу вам скажу. Тут 121 и 151. Весьма тоже неплохо. Для того, чтобы нам дальше продвинуться и заработать вот эти 22 тысячи, как здесь нам предлагается, нам надо, естественно, иметь одного желтого. Но это будет в дальнейшем пока что. На этом все. Всем желаю удачи. Подписывайтесь на канал. И пока-пока.